Добрый день, дорогие друзья, с вами Никита, компания Arbat Homes. Как ваши дела, как ваше настроение? Мы сейчас с вами приехали в центр Алании. Мы находимся в самом центре, на одной из центральных улиц, на которой огромное количество магазинов пешей доступности, 20-30 метров, рестораны итальянские, турецкие, 200 метров, русский очень хороший ресторан. В общем, здесь есть все, что надо, банки, аптеки, магазины. И еще очень важно то, что мы находимся всего в 10 минутах от знаменитого популярного пляжа Клеопатра. И приехали мы сюда для того, чтобы снять для вас комплекс, точнее квартиру, которая продается в комплексе, замечательное месторасположение. Так как я ранее говорил, я сам здесь живу, и этот комплекс мы для вас уже снимали, и мы решили свою квартиру продавать. Я вам хочу ее показать, я вам расскажу много интересного о комплексе, об этой квартире, о сдаче в аренду этой квартиры. В общем, все, что вас может заинтересовать, я все вам расскажу. Давайте расскажу пару слов про инфраструктуру данного комплекса. Она очень богатая, так как включает в себя открытый плавательный бассейн с детской горкой, с детским отделением, закрытый плавательный бассейн на зиму, спа здесь, уровни пятизвездочного отеля, несколько массажных кабинетов, также детская площадка снаружи, детская площадка внутри, спортзал, очень хороший спортзал и зона барбекю. То есть досуг, как свой провести, вы обязательно найдете. Квартира, которую я хочу вам показать, которая продается, находится в новом блоке, который был построен чуть больше, чем несколько лет назад. Находится она на четвертом этаже, имеет планировку 1+1, общую площадь около 70 квадратных метров. Балкон с хорошим видом. Сейчас я вам это все покажу. Пойдем. Ну что же, вот это та самая квартира. Повторюсь, она имеет планировку 1+1. Спальня, гостиная, совмещенная с кухней, и санузел с душевой кабиной. Прихожая у этой квартиры очень большая, то есть мы зашли, попали в квартиру. Слева сразу можно увидеть небольшой шкаф, в котором присутствует стиральная машинка, водонагреватель и там свободное место для... Вы можете сюда положить все, что захотите, это уже как решите. Справа, повторюсь, санузел, сантехника. Квартира продается, обращаю ваше внимание, с техникой, с мебелью. Мебель очень дорогая, очень хорошая. Два плазменных телевизора большой диагональю, посудомоечная машина, духовка, плита, микроволновка, вытяжка. Здесь это все есть. Еще хочу сказать о том, что данный комплекс, он является комплексом премиум-класса, люкс-класса. И, соответственно, строился он из самых дорогих, самых качественных материалов. И, находясь в этой квартире, это можно увидеть, в принципе, собственными глазами. Так как, например, та же сантехника от фирмы Грой. Эта фирма в представлении не нуждается, ее знают все. Кухонная зона очень удобная, выполнена в очень интересном дизайне. Сочетание белого-черного цвета, лично мне это очень нравится. Как я сказал уже, сантехника Грой, техника вся также очень хорошая, очень дорогая, фирмы Франке, вытяжка, микроволновка, духовка, плита и так далее. Спальня очень просторная, очень комфортная, уютная, с большим панорамным окном. В спальне также можно увидеть всю необходимую мебель для комфортного проживания, шкафы, большой, кстати, очень вместительный шкаф, очень много вещей туда помещается, тумбочки, комод, зеркало, двуспальная удобная кровать, и еще во всех комнатах, конечно же, есть кондиционеры, то есть это даже не обсуждается. Что ж, пойдемте посмотрим балкон, вид с балкона. Кстати, диван, который находится в гостиной, также разбирается. В этой квартире 4 спальных места по факту, но если, допустим, живет семья, двое взрослых, трое детей, здесь легко помещается, это проверенный факт. Ну что ж, вот мы на балконе, с которого открывается замечательный вид в две стороны. С одной стороны на гору, с другой стороны в сторону моря, на центральную улицу, которая очень красивая, пальмы. Хочу сразу ответить на ваш вопрос, шумно ли здесь. Нет, здесь абсолютно не шумно, так как, повторюсь, комплекс премиум-класса. Строился он при строительстве, были использованы очень хорошие материалы, и шумо- и звукоизоляция здесь на высшем уровне. И прожив здесь определенное количество времени, я ни разу не ощутил на себе то, что этот дом находится в самом сердце Алании, в самом центре, так как до центральной площади где-то 8-10 минут пешком, до пляжа Клеопатры, ну, меня занимает 7 минут, у кого-то может быть 10, с детьми, с маленькими 15, вот так вот. То есть он находится, может быть, там 700-750 метров. И еще одно, что я не упомянул,
Это тоже очень важно. В силу того, что блок в данном комплексе немного отдален от зоны, где инфраструктура, где открытый бассейн, здесь очень тихо и спокойно. То есть под вашим балконом нет никакого шума, нет никаких развлечений и так далее. Но для того, чтобы добраться до этой зоны, вам нужно всего выйти из комплекса и пройти ровно 15 шагов. Если захотите, можем пойти и посчитать. Ну что ж, квартиру я вам показал, комплекс я вам показал. Давайте теперь немножко расскажу, как собственник этой квартиры, как человек, который в ней жил и жил достаточно долго. Лично мое мнение, это самое замечательное место, где можно проживать на территории Алании, так как комплекс находится в центре, огромное количество магазинов, кафешек, ресторанов, как я уже сказал. То есть, если вам вечером вдруг станет скучно, вы там за минуту сможете найти, как провести свой досуг. 2 минуты, 3 минуты пешком вы попадете на самую центральную улицу, вы попадете в самое сердце, в самую жизнь Алании, да? И скучно здесь вам точно не будет. Почему мы эту квартиру продаем? Потому что мы хотим увеличивать количество квадратных метров, которые у нас есть. Нам этой квартиры в определенный момент стало мало. Очень не хочется ее продавать, очень моя семья ее любит, так как я уже много рассказал, повторяться не буду. И вопрос по поводу инвестиций. Инвестируя, покупая эту квартиру, что вы можете получить? Стоимость сдачи этой квартиры в аренду в сезон в сутки от 55 до 60 евро. Если сдавать ее в долгосрок, это уже у кого как желание будет. Кто-то сдает, кто-то не сдает. Мы лично не сдавали, потому что нужным не считаем. Спрос огромный. Это один из самых популярных, самых лучших комплексов на территории Алании. О нем знают все. И спрос на него просто огромный. Очередь стоит, чтобы снять здесь квартиру. Ну, в общем, сильно углубляться в расчеты, в суммы я не буду. Но, как я уже ранее сказал, 55-60 евро в сезон. Вы можете сами посчитать. 25-27 дней в месяц эта квартира будет сдаваться гарантированно. То есть, исходя из ваших желаний, хотите проживать в этой квартире, хотите сдавать ее в аренду, либо вы можете поступать так, как поступала моя семья до момента переезда в Аланию. Если у вас есть время и возможность вырваться там на 2 недели, на месяц отдохнуть, проживать в ней, все остальное время сдавать ее в аренду и зарабатывать очень немаленькие деньги. Что ж, давайте подведем итог. Посмотрели мы с вами замечательную квартиру планировки 1+1. Спальня, гостиная, объединенная с кухней, отдельно стоящий санузел, в котором, кстати, полы с подогревом. Повторюсь, что продажа это эксклюзивная, продажа это от собственников, поэтому, как я уже сказал, пишите по номеру Viber, WhatsApp, Telegram, пишите комментарии, расскажу все, что можно. Друзья, с вами был Никита, компания Arbat Homes. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, так как они всегда полезны и информативны. Хорошего вам настроения, хорошей погоды. Всем пока-пока, до скорых встреч.